Всем здорова, друзья! С вами спикер и Альфа-патруль снова в деле. Сегодня у нас будет сложная миссия, сложное задание. И сегодня будем уничтожать базу наркокартеля. Мы пойдем в самое логово, где много террористов, бандитов, и погнали. Итак, ребята, вы остаетесь на месте, а я пошел вперед. Установим взрывчатку и после взрыва будем штурмовать уже. Будет много потерь, большая перестрелка и заварушка. Я взял глушитель, пистолет, будем снимать часовых и доберемся до самой базы. Установим взрывчатку и будет штурмовать. Мы уничтожим всю базу, конечно же. Главное, чтобы нас не заметили. Кстати, погода очень хорошо, чтобы подобраться незаметно к этой базе. Как раз ночь, дождь и гремит молния. Так, пока что никого не вижу. Подходим очень аккуратно, чтобы нас не заметили. Можно, наверное, и пригнуться даже. Так, вроде бы никого нету. Так, вижу уже плантацию, она очень реально очень большая, и, видимо, тут много наркотиков. Так, справа никого не вижу. Хотя нет, есть один дозорный, и кажется, больше никого. Его можно, по идее, снять. Одним выстрелом он снят. Так, двигаемся дальше. Дозорный уже есть, вижу, есть тачка с пулеметом, довольно ребята серьезные, и им нужно будет аккуратненько подойти. Главное, незаметно, чтобы нас не заметили. Так, вижу еще одного, его можно снять. Так, все спокойно. Как раз звук грома и заглушит выстрел. Хотя у нас есть глушитель, и нам нечего переживать. Так, беру еще одного. Есть пулеметчик, есть второй. И, кажется, там трое. Трое либо двое. Подойдем чуть ближе и посмотрим. Сверкает молния, и, кстати, хорошо видно. Да, там, походу, трое. Нужно их будет снять, пройти будет сложно. Но троих будет довольно сложно снять. Попробуем. Так, вижу троих, наверное, сперва снимаем пулеметчика, а потом остальных, походу, меня заметили. Так, одного, второго и третьего. Так, еще никто не убитый, но шум подняли довольно громко. Так, нужно их добить. Так, один готов, осталось двое, они на земле. Так, не вижу второго. Куда делся второй? Так, он, походу, мертвый, истекал кровью и, походу, мертвый. Третий тоже мертвый. Так, сделаем перезарядку и двигаемся дальше. Я вижу базу террористов уже. Да, наркотиков здесь много. Ребята с пулеметом и с автоматами. Серьезные ребята, будем подходить уже, наверное, с юга. Так, вижу еще одного дозорного. Его можно, в принципе, снять и ножом. Перережем ему горло. Так, аккуратненько, чтобы нас не заметили и не услышали. Спокойно, спокойно. Оп. Обалдеть, красиво сняли. Включаемся и идем дальше. Так, вижу базу, уже вижу, сверху есть какие-то дозорные. Сзади никого нету, никто нас не заметил. И будем двигаться дальше. Миссия у нас сегодня будет сложная и довольно будет ответственная. Так, сверху у нас никого нету, хотя нет, стоит. Так, сделаем перезарядку, можно через эти контейнеры пройти дальше. Как раз в них нас и не заметят. Так, слева чисто. Да, можно через них пройти, они вроде сквозные. И мы практически на базе террористов. Ух ты, да, тут довольно будет жарко. Так, вижу, слева есть. Его можно снять. Так, все спокойно. Сделаем перезарядку и уже смотрим эту базу поближе. Ух ты, да, тут довольно все серьезно. Так, вижу, есть бочка с левой стороны, как раз можно ее заминировать, и будет хорошая точка взрыва. Так, сняли одного. Дозорный даже не заметил, он смотрит в бинокль, но нас не заметил. Так, хорошо, можно обойти на с левой стороны и заминировать уже бочку. Главное аккуратненько подойти, не спеша. Так, тут у нас чисто. Сняли одного дозорного и уже труп. Так, главное, чтобы нас сверху не заметил. Много машин стоит. Хороший, кстати, будет взрыв. Тут рядом есть бочка, и как раз тут дело взорвется. Все эти машины. Так, возьмем С4, установим С4 и пойдем к следующей бочке. Так, готово.
продвигаемся дальше. Так, вижу еще одну бочку с той стороны. Нужно обойти будет с правой стороны. А сверху чувак даже не заметил. Нормально убегаем. Так, обойдем с правой стороны. Сверху у нас смотрит бинокль, нас не видит. Все прекрасно идет. Пока все идет по плану. Главное, чтобы нас не заметил сверху. Пока он смотрит в другую сторону, нужно быстренько пробежаться направо. Так, нормально. Так, еще одна бочка, ее тоже можно заминировать. Тут у нас никого нет. О, хотя нет, есть. Его можно снять. Секундочку, там есть у нас, по идее, еще один дозорный. Они рядом находятся. Нет, трогать я не буду. Я, наверное, просто поставлю С4 и буду двигаться дальше. Он стоит возле бочки, все равно ему будет хана. После взрыва, конечно. Обойдем через контейнер и пройдем с той стороны. Так, вижу еще одну бочку вдалеке. Этих двоих я трогать не буду. Они находятся слишком рядом друг к другу. Так, проходим мимо. Через кусты, чтобы нас не заметили. Так, вижу еще одну бочку. Можно, в принципе, тоже заминировать ее. И чтобы больше взрыв был. Сколько тут машин. Они развозят наркоту по городу. Это, конечно, худо. И мы сегодня будем все это дело зачищать. Так, поставим еще одну С4. Третья взрывчатка уже установлена. Так, двигаемся дальше. Главное, и не спешим. Ох, есть дозорный. Его можно снять красиво. Ох ты да! Так, он готов. Нас не заметили. И все прекрасно. Взяли глушитель. Пройдем дальше. Сколько здесь машин. Все это дело, конечно, взорвется после взрыва. Есть даже и самолет. Да, серьезно, ребята. Можно пойти, наверное, с той стороны и вон там заминировать еще одну бочку. Как раз, чтобы взорвался самолет. Так, пробежимся. Надеюсь, нас не заметят. Так, осталась последняя бочка и начнем штурмовать. Так, есть дозорный, его можно снять. Так, готов. Нас не заметили, и последняя взрывчатка осталась. Сейчас начнется штурм.